Привет всем! Сегодня у нас 26 сентября. Такая вот в Новосибирской области золотая осень. С утра был опять дождь. Не прекращаются они все никак. Сыро очень. Но солнышко вот выглянуло наконец-то. Всю неделю было пасмурно. И вот в воскресенье такое солнце. Красиво вот так вот в лесу. Березки уже такие вот нарядные. Хоть и прохладно, но вот такого цвета желтого прям как будто теплее становится. Такая вот красотища. Ну вот с этой стороны березки еще такие вот зеленоватые листва. Такой вот лес. Кое-где голенький. Вот так вот ветрено. Река вот такая вот полноводная, как будто весной. Из-за дождей очень много воды. Прямо у самого берега. Сороки вот. В лесу птички поют, но прохладно. Дождик опять накрапывает. Пахнет уж такой вот осенней листвой, осенние ароматы в лесу. Такая дорога, такой вот плакат. Здесь такая вот зона отдыха. Покосил травку. И вот такой вот лесок осинничек. Большие такие осины, а снизу маленькие. Тоже все вот такие желтенькие. Там тоже осинки. Или березки, там и березки с осинками. Такая вот погода. И вот такая вот речка. Такая вот красотища в молодых осинках. Солнышко светит, листочки вот такие вот. Красота. Еще они как бы не полностью пожелтели. Такие слегка
желтоватые, но зато их много. Когда они уже пожелтеют, их уже часть отсыпется, поэтому сейчас вот такие вот они нарядные. Такая красотища. Вот такой вот молоденький осинник. Там речка. А здесь вот такие осинки. Вот такие вот просторы. Такой сегодня шумный лес. Листья так вот шелестят. Листочки у нас уже плывут. Скоро будет, наверное, листопад. Такие берега. И вот такие вот красивые осинки. В солнечном свете. Немножко стало распогодиваться. Небо поярче стало такое. Разъяснило. Синева хоть появилась. И вот такой вот. Пейзажи такие вот. Все в золоте. Даже мухи натаяли, летают. Такая осень в этом году. Сырая, слякотная такая вот. Но все равно золотая. Березка уже такая вся облетела. Так вот надо на себя стушу подеть, чтобы было тепло. Потому что все равно ветер такой северный, прохладный. Ну и на улице всего там, наверное, +2, +3.
Солнышко так когда пригревает, конечно, хорошо. Такая вот погода у нас. Хоть первый день вот такой вот выдался, более или менее разъяснивает хорошо. Немножко дождика. А так каждый день ливни, холодина. Ну все, надо дальше идти назад. Хоть посмотреть такую вот природу. То скоро зима придет. У нас недолго осень, даже если бывает выдается погода, но всего несколько деньков и все. И опять дождь, слякоть, холод. Так что вот так вот. Такие вот красивые кадры останутся. И вот такие вот в лесу растут ложные опята. Прям на березке. Такие вот они. Ну, это несъедобные. Здесь еще вот такая кучка. Такие вот они. У них вроде как нету вот этой вот каемки. Такие вот ложные опята. И вот какой-то гриб растет прямо на березке. Так вот тихо стало. Дождик прошел. Ну и все, надо ехать домой. Такая вот получилась прогулка. В осеннем лесу. Ну а всем тем, кому видео понравилось, подписывайтесь на наш канал, делитесь этим видео с друзьями и заходите почаще в гости. Всем пока-пока и всего самого-самого доброго.